Всем добрый вечер. Приветствую всех на канале Бажениты, Томская область. На улице все дела сделаны. Скотина накормлена, подоена. В теплом сарае стоит, дойная. Остальные там на улице. Собаку загнал. Есть свободное время. Ну, может, кто сидит возле телевизора, я, значит, вечером возле компьютера. А сейчас, значит, снимаю. Смотрю на таких же, как я, крестьян. Оставляю комментарии. Ну, чтобы оставить комментарии, я тоже, значит, должен что-то уметь делать, чтобы не быть голословным. Сегодня, значит, затрону тему злободневную. Это, значит, обеспечение дома теплом, отопление. Несколько лет назад, значит, у меня были форс-мажорные обстоятельства. Где-то в феврале месяце побежал котел. Все, значит, кое-как я его там сделал с большими усилиями. И была, значит, думал о том, что мне купить. Ну, посмотрел по деньгам, посмотрел, значит, по объему. Был у меня раньше котел стоял заводской. Это, значит, тайга. Огромный металлический ящик. Страшный, 10 раз крашеный, но некрасивый. Верхняя загрузка. Конечно, значит, хороший теплогенератор накапливал, значит, тепло, держал его, но держал за счет большого объема воды. Когда пошел сейчас покупать котел, значит, такие котлы уже не выпускаются. Значит, все котлы выпускаются, значит, киловаттность у них соответствует нашему дому, у нас где-то 70 квадратов, то есть, значит, на каждый квадратный метр должен быть 1 киловатт. Но с учетом нашего региона не 1 киловатт, а 2 киловатта. Это минимум. Это нужно, значит, котел покупать, чтобы не меньше на 15 киловатт. Посмотрел все 15-киловаттники, котлы современные, очень маленькие, камеры сгорания маленькие. Если я в старый котел могу заталкивать, там и по 40 сантиметров вот такие дрова, полено толстые, то в современный уже не затолкаешь. Что делать? Посмотрел, что и как, ну и, значит, принял такое решение. Какой котел купить? Значит, купил, значит, сейчас пойдем покажем. Также садись. Значит, выбора нет большого особенного. Конечно, котлов много, но то, что хотелось купить, значит, хотелось, в общем, купить современный котел. То есть, значит, как можно меньше его обслуживать и как можно больше из него сжимать тепла. То есть, значит, купил котел длительного горения. Ну, значит, то же самое, что котел полутления. Я, значит, смотрел Зотту и смотрел котлы производства Теплодар. Ну, Теплодар здесь рядом, Новосибирск. Из расчета того, что, значит, а вдруг там какие-то, значит, обстоятельства гарантийные могут возникнуть, легче с ремонтом, с обслуживанием, остановился на Теплодаре. Ну, Зотта, она больше подходит, я так понял, к углю. У нас обстоятельства такие, что мы топимся дровами. Может, кто скажет, о, да это самое... Ерунда, да у нас вот газ, да у нас газ, да мы вот это, газ, значит, хорошо, быстро, значит, чисто. Ну, я скажу, ну, если у вас газ, то у нас лес. У нас такой регион, что даже подведи к нам газ, навряд ли кто-то из частников, когда узнает, сколько стоит подведение, сколько стоит обслуживание, сколько стоит одного кубометра газа, редко кто, значит, подключится. Газ нужен тем, значит, пенсионерам, либо, значит, кто не в состоянии заготовить себе дрова. Либо, значит, государственным предприятиям, там, школе, больнице, значит, администрации. Вот для них газ нужен. Так, значит, я себе купил Купер 22. Вот он такого, значит, такой вид он из себя имеет. Так, сейчас я свет получше включу. Сколько минут? Пошло. Что-то
накидал осины сырой. Смотрю, температура пошла вниз. Открыл побольше, пусть она осина разгорится. Так, продолжим. Котел я установил на фундаменте, который был, значит, спроектирован в этом доме, значит, и установлен под тайгу. Значит, выровнял площадку, значит, сделал горизонтальную поверхность, уровень выставил. Наверное, его место поставил котел. Тут, кто сейчас увидит, скажет, а что такое там, это самое, помимо котла, значит, откуда здесь столько труб и для чего они? Я объясню, для чего они. Кто смотрел канал «Крестьяне», не разобрался, какой регион, но, видимо, тут недалеко от нас, Северный Казахстан. Показывал, значит, рассказывал, что у него там возникала проблема с конденсатом. Но для того, чтобы убрать конденсат, значит, который возникает в теплообменнике. В этом котле теплообменник, основная часть его, значит, происходит на колосниках. Колосники представляют собой трубы, заполненные водой. Чтобы, когда растапливаешь печку, значит, вот эта вот холодная вода не поступала резко в котел, и там не образовался конденсат. Значит, что я сделал? Я посмотрел на Сухорукова. Он ведет канал «Тепло-вода». Значит, он объяснял, что как избежать, значит, возникновения конденсата. Надо, чтобы вода ходила, значит, по малому кругу. Что для этого я сделал? По вот этой вот, значит, трубе большего диаметра вода выходит вот здесь через полотенцесушитель, значит, опускается вниз, здесь открыт кран, и насосом ее, значит, обратно прогоняет через котел. Когда котел начинает нагреваться, тут стоял у меня, значит, термометр, ну, дрова кидали, одно другое отломился. Когда вот начинает котел нагреваться до 60 градусов, можно тогда открывать обогрев основной системы. Но это лучше делать не сразу на 90 градусов, а ну, понемногу, по 45 градусов. Открыл 45, все, значит, основная уже будет вода поступать более холодная и пойдет обогрев всей системы. Вот посмотрим наверх. У меня разделено, значит, основной стояк на левую и на правую половину. То есть два кольца. Стоят, значит, на случай форс-мажорных обстоятельств, если где-то побежит батарея, я могу перекрыть ту или другую сторону, отсоединить и поменять батарею. Но у меня верх сделан практически весь с нержавейки. Но тут пока дело, одно дело, ну, выключи.